завтра случится 26 июня, когда город Витебск был освобожден. Совершенно случайно мы выбирали эту дату, но, как известно, случайности не случайны. Поэтому, конечно, всех с наступающим праздником, большим праздником для всех нас, для жителей города Витебска, для тех, кто здесь родился, вырос, получил крылья, потому что 26 июня буквально несколько десятков человек, кто встречал советские войска, потому что все другие перестали быть жителями города Витебска. Впереди у нас серьезные даты и форумы регионов Беларуси и России, и День независимости, 80-летие освобождения нашей Витебщины. Поэтому это все события, которые, безусловно, складывают фундамент для формирования настоящего человека.